Дорогие друзья, всем привет! С вами Анна, проект Дубай. Сегодня мы случайно совсем решили отправиться записывать одно интересное интервью в отеле «Атлантис». Вы знаете, это очень такой самый известный отель здесь, в Дубае, который обязательно вам стоит посетить, если вы приедете сюда отдыхать в Дубае, либо просто переедете. И у многих, наверное, возникнет вопрос, как же добраться до этого отеля. И я решила сегодня сама первый раз проделать такое приключение и проверить, как же можно добраться. Как мне сказали, доехать можно на метро, по красной линии метро. Нужно достичь станции метро Дубай Интернет-Сити и потом пересесть на такси. Поэтому пойдемте проверим, как же это все будет. Вот мы сели в такси и доехали до этого непонятно какого места. Ну так, вот здесь темно и непонятно какой вход. По деньгам, кстати, вышло около 10 дирхам. Если вы знаете, в такси, даже если выходит 6, 5, 7 дирхам, все равно они округляют до 10 дирхам, и вам нужно будет в любом случае платить 10 дирхам. Ну вот мы здесь, как нам сказал водитель, нужно пойти вот туда и уже сесть на монорельс. Я, кстати, забыла вам рассказать, что до отеля «Атлантис» ходит такой же, как его называют, монорельс, то есть специальное такое метро или поезд, который довозит прямо до отеля «Атлантис». Мне самое очень интересно, я ни разу не каталась на нем. Давайте пойдем и проверим. Вот, наконец-то, мы попали внутрь. Довольно приятное, чистое, светлое место, кондиционированное. А тут же мы купили билетики, вот они такие выглядят, как карточка. И просто подходишь к кассе, покупаешь билет. Билет в один конец стоит 15 дирхам, а билет, скажем так, доехать туда и обратно стоит 25 дирхам на человека. Платишь, потом подходишь к специальному банкомату и получаешь вот такую вот карточку. Но после этого, так же, как в обычном метро, прикладываешь ее к турникету, проходишь и вот поднимаешься на такую вот станцию метро. То есть, в принципе, выглядит как метро. Пока я покупала билетики, я почему-то подумала, что все-таки выгоднее до Атлантиса ехать на такси. Но один раз все-таки можно такой опыт испытать. Какая же это будет поездка на таком вот поезде до отеля «Атлантис». Скажу честно, впечатления остались очень хорошие и позитивные, потому что ты на этом монорельсе прямо проезжаешь по всей Пальме, и ты видишь всю эту красоту, все эти огромные потрясающие отели, и ты вот, когда подъезжаешь, прямо едешь прямо к самому этому отелю «Атлантис», и особенно ночью он прямо светится, как тортик, такой яркий, красивый и очень красочный. Впечатления действительно очень яркие, и обязательно стоит прокатиться. Хотя вот, наверное, если вы хотите сделать очень много фотографий или видео, то лучше, наверное, ехать на монорельсе днем, так как вид будет намного лучше и яснее. Ну вот, друзья, мы возле входа в отель «Атлантис», буквально в двух шагах от станции метро монорельса. Друзья, отель «Атлантис» действительно удивительный, и в нем обязательно нужно побывать и обязательно сделать одну-две фотографии. Надеюсь, это видео было вам полезно, и теперь вы знаете, как добраться до «Атлантиса», проехаться по Пальме, увидеть эти потрясающие красивые виды. С вами была Анна Надырова, специально для проекта «Дубай». Не забудьте оставить свои комментарии. Если вам понравилось это видео, нажмите лайк. Всем пока!